принципе, позитивно отношусь, но если у ребенка есть возможности, и время, и силы, и желание, то почему нет? Чем больше языков, тем лучше. Если как экзамен не делать, а как предмет просто учить, то, ну, я думаю, пару часов в неделю хорошо будет. В обязательном порядке навряд ли. Мне кажется, лучше вот по выбору. Потому что, в принципе, английский плохо преподается в большинстве школ. Лучше туда упор сделать. И английский. Выбор, просто, возможно, будет такая же практика, как с немецким. Зачастую на немецкий язык, ну, дети сами в школе подзабивали, так сказать. Вот, поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, это просто будет непосещаемый предмет, возможно. Потому что язык очень сложный. Сами китайцы не могут выучить китайский на 100%. Да мало ли как жизнь повернется. Может, и китайский пригодится. Он уже и сейчас, по-моему, вполне в обиходе. Вообще, я учусь в лингвистическом институте, но на английском, французском, не знаю, мне кажется, китайский очень сложный язык, чтобы учить его детям. Я из маленького города, из Камень-на-Оби, у нас даже английский нормально не ведется, так что... Чем больше ребенок знает языков, тем лучше, почему нет? С детства легко, не сложно. Я, как человек, который знает два языка, это легко с детства. Наши, ну, дети, внуки будут вот такими. Ассимиляция с Китаем неизбежна. Ну и плюс учиться. Сейчас у них 3, например, университета в топ-100 входят. Вот когда наш ведущий, там, например, МГУ, телепается на 200-м месте. Поэтому, конечно, да, факультативно пока, может быть, обязательно, не думаю, тут родители должны решать. А вот центр как бы обучения китайскому языку, я думаю, он... Или есть, или скоро будет в городе.